Наш пресс-центр продолжает вас знакомить со спикерами деловой сессии. Здравствуйте, давайте с вами знакомиться. Ксения Рясова, Финплеер. Расскажите, пожалуйста, только что закончилась интересная сессия с интересными темами. Давайте немножко пообщаемся подробнее на эту тему. Я могу сказать, что мне было неинтересно. Я считаю, что звать 10 спикеров на панель час-полтора, неинтересно просто. Каждый сказал какие-то отрывистые фразы. Обычно интересно, когда у человека есть презентация, хотя бы 15-20 минут что-то рассказать. Это мое личное мнение, и я, в принципе, готова была его оставить при себе. Правильно я понял, что интересная тема, но при этом у спикеров не было достаточно количества времени, чтобы полностью раскрыть свое отношение к какой-то данной теме. Да, по факту получился легкий между собойчик. Получился вот именно легкий между собойчик, да. Мне было как-то вот странно немножко. Расскажите, спикеры непосредственно сами, как люди, как эксперты, вызывали ли у вас какие-то опасения, или все-таки это были люди, но к каждому... Мои коллеги, я их прекрасно знаю, очень их уважаю, просто когда вот так вот вырвано по 2-3 минуты, получился не очень интересный разговор. Были потрясающие люди, которым было что сказать, но им, к сожалению, не хватило времени, чтобы всех удовлетворить. Я думаю, да. А давайте немножко по теме. Какая была непосредственно тема, что обсуждали? Да все как-то по чуть-чуть. Я затронула тему логистики, ее все поддержали. Это была, наверное, основная тема. А дальше было все очень как-то надергано. Правильно ли я понял, что в наше интересное время, которое мы сейчас проживаем, логистика, она претерпевает наибольшие изменения или наоборот? Я не понимаю, и наоборот, логистика сейчас вот как скала и абсолютно ничего не меняется. Нет, логистика меняется, логистика сейчас камень преткновения, то есть тот, кто привез товар, тот и король. Есть товар, есть продажи, нет товара, нет продаж. Мы надеемся, что и товар будет, и логистика будет, и довольные покупатели тоже будут. Я знаю, что сессия следующая начнется у вас буквально через несколько секунд, не смею вас задерживать. Спасибо, что уделили нам время, и надеюсь снова приходить к нам на интервью уже с новыми интересными открытиями нашего форума. Спасибо большое. Спасибо, до свидания.